Ребята, привет! Меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете. Кто не знает, кто первый раз видит мои видео. Мы сейчас с командой объявили такую акцию для новичков. Помогаем ребятам, которые только начинают зарабатывать в интернете, или те, которые там участвовали в проектах, которые там соскамились, которые там закрылись, как, например, те же там Vitex, у них вообще непонятная ситуация, да, админы сейчас там не отвечают. Там Финико, там какие-то суды происходят, там вообще все люди в напряжениях, и мы решили в данный момент помочь людям, просто, во-первых, тем людям, которые, ну, реально понимают, что сейчас можно зарабатывать только в интернете нормальные деньги, более-менее безопасно. Те люди, которые не совсем еще, у них не такой опыт, как у меня, например, как у нашей команды, они еще не совсем разбираются в проектах, они попадают во всякие скамные проекты, поэтому теряют деньги. Мы же объявили акцию для новичков, помогаем тем людям, которые только начинают зарабатывать, или те, которые уже потеряли там деньги в других проектах, зарабатывать просто, начиная с самого начала. Зарабатываем мы в проекте Artery. Дальше будет рассказ про все фишки, про все отличия проекта Artery от самого создателя проекта Марка Богатыренко. Он лучше всех расскажет, поэтому посмотрите, друзья, до конца обязательно. Про, как он любит говорить, у вас все пазлы сложатся, вы поймете, почему раньше вы теряли деньги в проектах, а не зарабатывали. Почему вы сейчас сможете заработать именно в проекте и начать получать больше 4 видов пассивного заработка. Первый пассивный вид заработка, там, делегирование, вы получите уже сразу на следующий день, через сутки. Плюс, опять же, акция от нас. Мы помогаем людям строить команду, мы не выстраиваем себе людей там первую линию, там не рифоводим, мы выстраиваем глубину людей, ставим людей, которые приходят друг по другу, помогаем закрывать им свои квалификации, чтобы они выходили, открывали большую часть пассивных доходов, получали бонусы. Недавно получил, кстати, тоже похвастаюсь, новый iPhone 12 Pro Max от компании. Опять же, вложив всего 25 баксов на входе. Дальше у нас еще по планам, там еще можно от компании получить, опять же, там Mercedes до 5% от товарооборота. В общем, компания щедро делится, у нее там до 92%. Все эти уходят вознаграждение от всего товарооборота. Поэтому, друзья, смотрим видео. Те, которые, кого заинтересует данное видео, переходите по ссылке под видео, там будет наш чат, пишите, я хочу получить бонус для новичка, я хочу, чтобы мне помогли стартануть данной компании, чтобы помогли закрывать статусы и начать получать там все виды пассивного заработка, получать те же самые айфоны, мерседесы, проценты от товарооборота. Ребятки, дальше смотрим видео от создателя проекта. Лучше его никто не расскажет. Плюсы данного, это даже новый заработок. Это не просто проект, это новый тренд заработки в интернете. Те, кто досмотрят до конца, те поймут, почему они раньше не зарабатывали, теряли деньги, и поймут, какая перспектива у данной команды. Теперь мы поговорим еще более интересно, чем же еще больше отличается Artery, потому что вот это все, это 5% наших возможностей. И вот у нас миссия не просто сделать это платежным средством. Мы, понимаете, вот есть десятки тысяч фантиков, которые как бы дублируют биткоин. И никто не может стать продуктом на блокчейне. Вы же слышали? Блокчейн – это будущее. Либра разрабатывает криптовалюту, Сберкоин, криптоюань и так далее. Все создают просто монету. Быстрая транзакция, анонимность там, или неанонимность, в зависимости от государства. Вот мы решили сделать крутые продукты на блокчейне. Мы решили сделать инновацию. Что происходит в мире? Взломали Twitter, взломали Most.ru, продают паспортные данные в Даркнете. Уже заикаюсь, друзья, простите. Взломали там Freedom, взламывают все, везде все взламывают. Данные хранятся небезопасно. Создается большая экосистема. Давайте представим планеты. Это не маркетинг, вам. Короче, создается большая экосистема крутых продуктов, которые нужны людям. Наши продукты, получается, можно хранить данные свои полностью безопасно. Представляете? Они разрезаются на сотни кусочков, шифруются, распределяются по телефонам по всему миру. Не на какой-то сервер, куда приходят спецслужбы, забирают эти сервера, арестовывают, получают данные. Представляете, какая степень шифровки? Люди платят, компании платят сотни миллиардов долларов на свою безопасность. Мы предоставляем эту реальную безопасность. Только
мы только запустили, сейчас потихонечку, сейчас проработаем продукты, инфополе, зададим, соберем больше памяти, дадим возможность компьютерам сейчас давать свободную память. Потихонечку начнем развивать это все, потом поменяем условия для этого. Все обычные люди смогут давать даже, представляете, на каком продукте подключать людей еще. Все потихонечку. 21-22 год это просто разминка, разминка артерий, друзья. Перспективы сейчас поймете, огромнейшие просто. Вот, хранение данных. Потом, что происходит? Люди выходят в интернет небезопасно, отслеживают везде их трафик, продают их трафик. Есть бесплатные VPN, которые создают спецслужбы. Есть, получается, VPN, которые в польском соглашении пишут, мы передаем ваши данные, мы их продаем и так далее. Вам приходит вечно... Короче, в интернете вы небезопасны. VPN. У нас ключей доступа даже к этому нету, представляете? Клиент хочет открыть, допустим, там сайт. Он посылает в сеть запрос артери. Сеть дает задачи самым дальним нодам друг от друга, это может быть 50 нод, 100 нод, открыть маленький кусочек кода. Эти ноды выполняют эту задачу, передают все это, получается, сети артери, и сеть артери, получается, по приватному защищенному ключу дает это клиенту. Максимальная степень безопасности крутого продукта. Потом, в конце этого года, будет мессенджер, который невозможно читать. Безопасные переписки. Представляете, все это в одном приложении. Друзья, это уже создано. И телефоны дают свободную память, компьютеры подписывают блоки. И монета, и маркетинг. Потом будут сайты, которые невозможно заблокировать. Это как Сектора. Например, только на блокчейне. Потом будет обменник свой, нормальный, красивый сайт. Не как сейчас в боте, допустим, у нас происходит. Но тоже прекрасно, удобный, хороший. Просто я люблю максимально все делать круто. Если делать продукт, он должен быть самый лучший. Биржа. Marketplace. Представьте, AliExpress только за криптовалюту. Круто? Круто. Свои криптокарточки. Вот это все, можно сказать, это мы точно реализуем. Просто что-то есть дорожные карты, что-то нет. Там появятся еще смарт-контракты. Эфир тоже этим прославился. Хочется создать свой интернет без сим-карты, друзья. Представьте, вы просто приложение скачали, у вас интернет зашифрованный через блокчейн. Просто это еще в мире никто не создавал. Мы ведем разработку. У нас, в принципе, сейчас все получается. Но есть шансы, что не получится. Я сам в этом заинтересован, потому что это сразу миллиардные долларовые товарообороты просто за эту криптовалюту. А, вот. И ко всем этим продуктам, это именно вот маркетинг здесь еще у нас, бизнес построить. Где-то вход полностью за эту монету, где-то система лояльности, скидка за эту монету. Хочется, чтобы криптокарточками везде люди расплачивались дешевле. Представьте, миллионные комьюнити людей, которые зарабатывают большие деньги на самой лучшей компании, на самом лучшем продукте. Таким людям можно сделать систему лояльности. Представляете? А компьютеры подписывают больше блоков, больше зарабатывают ноды. И к этому всему создана монета. Артери, которых будет всего лишь 4 миллиарда, сейчас их там 25 миллионов, на протяжении 80 лет она будет добываться, доходность 30% будет не всю жизнь-то. Друзья, просто сейчас монет мало, надо давать больше доходности, чтобы люди зарабатывали. Потому что вначале тяжело поверить, потому что еще люди не так сильно знают блокчейн. Потом мы будем работать с 18 по 60 месяц, 4 года, на доходности 6-15%. Если курс растет, то... Именно в монетах мы даем. А если курс растет, то человек еще больше зарабатывает. Представляете, у вас доллар. Каждый день приходит по доллару. Вот доллар стоит 72 рубля, либо 120, либо 150, то 200. И вот при этой всей системе, которую я рассказывал, и при таких продуктах, которые могут приносить просто триллионы долларов товарооборота, сколько может стоить эта монета? Для чего сделана партнерская программа MLM-маркетинг? Чтобы продвинуть все это в массы, чтобы люди были счастливы, чтобы их перестали уже обманывать. Потому что на рынке российском криптовалютного бизнеса тысячи пирамид просто. Я понимаю некоторых людей, которые делают разоблачения, но я смотрю их разоблачения, допустим, блин, куда ты лезешь? Ты же вообще ничего не знаешь, даже 2% информации ты не знаешь, чтобы какое-то свое экспертное мнение говорить, когда ты в каком-то определенном круге выглядишь как эксперт. И вот Artery, поэтому феномен. Первый в мире блокчейн-проект, который реализовал продукты для обычных пользователей. Большая дорожная карта разработки продуктов. Не говоря я уже про офлайн, то, что дорожная карта. Открытие офисов. Уже 2 офиса открыто. Мероприятия, презентации. Лидерский слет в Дубае. Крокус-сити. Мое турне по всей России, Европе и СНГ. День рождения компании. Зимов, тренинги на Бали, зимовка на Бали.
И еще может все добавляться, друзья. Артери — это в прямом смысле феномен мирового уровня, в отличие от доллара, от биткоина. Но любой бизнес могут убить люди. Будь то самое лучшее, все самое красивое, прекрасное. Есть риски, друзья. Я не даю миллиардную процентов гарантии, то, что все, вы станете 7 миллиардерами. Есть риски. Но если вы будете разбираться в этом всем, продвигать это, то поверьте мне, это будет самый лучший ваш выбор в жизни. На связи был Марат Богатыренко. До новых встреч!